Доброго дня і вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Запрошую вас на чергову розмову на тему. В нашій студії сьогодні автор вже кількох надзвичайно цікавих книг, кандидат історичних наук, член Всеукраїнської асоціації краєведів, краєзнавців Євген Григорович Горгоров. Добрий день. Добрий день. Євгеній Григорович, недавно состоялась презентація третьей книги «Истории для истории». Мы с вами какое-то время, несколько месяцев тому назад, в этой студии собирались и говорили о второй книге. Говорили о том, что готовится третья. Вот она, наконец, увидела свет. И, ну, конечно, для начала, вот ваше общее представление этой уже третьей книги. Сколько здесь в ней очерков и кто попал в нее? Вы правы. Мы буквально несколько месяцев тому назад встречались в этой студии. Я говорил, что планируем, и так получилось, что 26 ноября в библиотеке имени Кропивницкого, Центральной городской, состоялась презентация вот этой книги «История для истории», книга третья. Начиная предисловие этой книги, мы написали с сыном, что афоризм «никогда не говори никогда», вот он действительно подтвержден на примере этих книг, потому что первая книга вышла в 2011 году, и тогда на презентации издатель, как и второй, и вот этой книги, Павел Николаевич Амрай, говорит: «Скоро, я так чувствую, выйдет и вторая книга». Думаю, наверное, сказал это для того, чтобы поддержать тон разговора, который был на презентации, и не больше. Но он как смотрел в колодец, и действительно появилась в 2015 году, в марте месяце была презентована вторая книга. И тогда на этой презентации был среди почетных гостей митрополит Николаевский Очаковский, владыка Петерим. Он говорит: «Я вас благословляю еще на третью, на четвертую и дальше, и так далее, книги». Ну, может, действительно, в этом есть какой-то промысел Божий, потому что, видите, уже появилась и третья книга. Но это не говорит о том, что она писалась сразу же после, вот эти все очерки сразу же писались после появления второй книги. Есть наработки, над которыми работаем мы не один год, проводятся краеведческие поиски, исследования в Николаевском государственном архиве, в других архивах, не только Николаевской области, в библиотеках, для того, чтобы найти нам необходимый материал. Сегодня мы считаем, необходимо заменить историческими личностями, и желательно это нашими с вами земляками, коммерческие символы и мифологические образы, которые сегодня пестрят в нашем обществе, которые боготворят наша молодежь. И тогда станет общество намного патриотичнее, консолидированнее, и у нас не будет проблем тех, которые сегодня мы видим. А в книгу вошло 17 эссе, 17 исторических очерков о наших земляках, в истории, в исторических событиях, которые связаны с нашей Николаевской землей, с нашим городом Святого Николая. Евгений Григорьевич, вы знаете, вот вы сейчас коснулись действительно такой темы, и мне кажется, что, я абсолютно с вами согласна, мне кажется, что действительно есть некоторая проблема в том, что у нас сегодня катастрофический недостаток какой-то вот наших собственных героев. Недостаток не потому, что их нет, а потому, что мы не знаем. Вот какая-то такая проплешина, пробел такой. И он приводит к тому, что мы начинаем придумывать, в честь кого называть улицы, начинаем придумывать каких-то героев, которые на самом деле таковыми не являются. Мы не говорим о том, что нужно вместе с их именами, может быть, какие-то идеалы, которым они служили, переносить в день сегодняшний. Но ведь абсолютное большинство этих людей работали ради своей земли. Я с вами абсолютно согласен. Вы попали действительно в десятку вот этой сегодняшней жизненной мишени.
Взять даже на примере нашей книги в очерках. Здесь есть интересный очерк «Чабан с кавалерским орденом». Это Кирилл Касьянович Харлан. Он сам уроженец Доманевского района, но практически всю свою молодость и всю свою сознательную жизнь он и похоронен в селе Ровное Очаковского района. Он работал в хозяйстве имени лейтенанта Шмидта и занимался выращиванием тонкорунных овец. Чем знаменит этот человек? Я только приведу несколько фактов. После освобождения села он был призван в армию, геройски воевал за освобождение Молдавии, получил орден за, медаль за отвагу. Затем уже, когда он был на территории, освобождал землю Западной Европы, за Осло-Видерскую операцию он получил орден Красной Звезды, это март. За форсирование Шпрее он получил орден Красной Звезды, второй, это апрель. И за бои в центре Берлина он был представлен к ордену и получил орден полководческий Богдана Хмельницкого третьей степени. Этот приказ о его награждении подписал маршал Советского Союза Жуков и член военного совета генерал-лейтенант Телегин. Он затем вернулся в село Ровное, вернулся к своему любимому занятию, выращивал тонкорунных овец. Мы знаем, что из шерсти этих овец делалась высококлассная шерсть, шили великолепные костюмы. За свою жизнь статистики подсчитали, что он мог одеть с той шерсти, которую он выдал, вырастил со своей бригадой, можно было одеть в шерстяные костюмы всех жителей города Николаева. И интересный что еще вот момент. В 1958 году он был удостоен ордена Ленина. А у него была конкуренция среди чабанов. Он постоянно конкурировал с постоянным своим конкурентом Василием Кузьмичем Харлан. Василий Кузьмич Харлан. Так вот этим указом Василий Кузьмич Харлан был удостоен звания Героя социалистического труда, а Кирилл Касьянович Кравец получил высший орден, высшую награду страны. И кто такой Василий Кузьмич Харлан? Это прадедушка нашей олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Вот тоже как интересно бывает переплетение судеб. Да, переплетение судеб. Конечно же, об этом человеке забыли. Я считаю, что незаслуженно забыли. Он был дважды депутатом областного совета. Его имя не сходило со страниц газет, и было занесено неоднократно на областную, районные доски почета. Чем не пример сегодня для молодежи, как нужно любить свою землю, как нужно отлично относиться к исполнению своих прямых обязанностей профессиональных, как нужно трудиться, отдаваться этому делу. Пожалуйста, вот яркий пример. А в случае такой годины роковой, как нужно отстаивать свою родную землю, какой нужно проявлять героизм, чтобы быть удостоенным стольких боевых наград, в том числе и полководческого ордена. И вот я сегодня в студию принес тоже интересный экспонат. Это летом этого года мы были с сыном на рынке. И среди сантехнических запчастей мы увидели у торговца вот этот кубок. Он быстро перевел надпись на основании этого кубка и говорит, какие-то синхронные прыжки, купи. Я отнекился, поверьте мне, он настоял, был сделан перевод синхронные прыжки. Написано здесь дата, город, где проводились эти соревнования. Уже после обеда я был в областной научной универсальной нашей библиотеке имени Гмарева. Нашел действительно в этом городе проходили соревнования сборных Польши, ФРГ и СССР. И Вадим Красношапка еще и с одним из своих коллег по сборной СССР заняли первое место в синхронных прыжках и получил вот этот кубок. Я через знакомых думал, что я знал Вадима Красношапку еще когда он стал только чемпионом Европы. Был у него в гостях.
Но затем связь как-то прервалась. И вот теперь через Горжиев семью, они мне любезно предоставили телефон, я вышел, через 10 дней мы уже с ним встретились. Действительно уникальный человек. Мастите его и имените среди спортсменов Николаевщины нет. Восьмикратный чемпион Европы, шестикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, шестикратный чемпион СССР и победитель спартакиады народов СССР. 28 золотых медалей крупнейших мировых и европейских соревнований. Нет таких людей. И если бы было в 25 лет, он покинул большой спорт, большой батут. И если бы он остался в составе сборной, безусловно, он был бы первым олимпийским чемпионом. Потому что и сегодня и те элементы, которые выполняют батутисты самого высокого разряда, они вошли в этот вид спорта только благодаря Вадиму Витальевичу Красношапко. Что удивительно, в прошлом году, в 2014, ему исполнилось 50 лет. Кроме газеты «Николаевские новости» Анатолия Белушка, никто не поздравил заслуженного мастера спорта с этим юбилеем. А ведь он защищал цвета не только страны, не только республики, он же защищал и приносил славу нашему городу Николаеву, Николаевской области. И все промолчали. Поэтому и в конце этого очерка Вадим Витальевич Красношапко мы вносим такое предложение, чтобы в городе Николаеве обязательно появился или зал спортивной славы, или спортивная аллея в честь тех людей, которые на крупных международных спортивных аренах прославляли и наше государство, и прославляли наш город, нашу Николаевскую область. Ну да, потому как несколько странно, что в спортивном интернате там есть писательская аллея. Там каким-то образом увековечена память о писателях, которые некоторые из них вообще никакого отношения к Николаеву не имеют. Моментальное сметание ручек. Да, но на самом деле вот зала такой спортивной славы нет. Я знаю, что планировались залы славы в Новом краеведческом музее, но на самом деле сегодня даже те большие площади, которые есть, они не позволяют, чтобы развернуть их вот в том объеме, в котором это стоило бы делать. Может быть, это дело будущего. Конечно. И когда музей займет те площади, которые, предполагается, он должен занимать, и эти залы вот на примере, появятся. Вот на примере и воспитывать сегодня молодежь, таких людей, как Красношапка. Начал целеустремленно тренироваться. Он закончил наш университет, тогда педагогический, имени Белинского. Который сегодня Сухомлинского, да. И 16 лет, хотел бы подчеркнуть, он стал членом сборной юношеской и взрослой по прыжкам на батуте. И вскоре стал уже мастером спорта международного класса, и через несколько лет уже стал заслуженным мастером спорта. Чем не пример? Не выражение там по улицам, по подворотням, заняться спортом, заработает спортивные секции, а самое главное будет, наш город узнает далеко за пределами, как я уже повторяюсь, на спортивных аренах других государств. Это тоже показатель здоровья, здорового общества, где спорт поднят на очень высокую планку. Евгений Григорьевич, но в книге есть не только наши земляки, не только наши современники, но и люди, которые так или иначе оказались причастными к истории города, и даже больше, к истории уже других стран и героями других эпох. Ну вот, например, очень интересное лицо, вот даже на обложке книги, совершенно небольшая фотография, понятно, черно-белая, она старая очень эта фотография, вот сейчас мы ее покажем, вот здесь, да, очень невероятно интересное лицо, но насколько я понимаю, этот человек не является нашим земляком, но свою страницу в историю Николаевщины писал. Он не является нашим земляком. Здесь в книге помещена фотография, которая сделана в фотостудии в городе Николаеве. Там и написано. Вот она. Коносевича. Здесь фотография следующая. Да, фотостудия Коносевича. Это Ксаверий Ксаверьевич Ратник. Вы знаете, в 90-е годы, когда мы были помоложе, там еще студентами,
Я извиняюсь, можно ли, я думаю, он не вульгарно, ничего, такой анекдот тогда ходил. Какое самое грозное оружие в мире? Мы и привели это здесь и в этой книге. И был ответ. Крейсер, 6-дюймовка крейсера «Аврора», которая, говорит, холостым выстрелом перевернула на почти на 80 лет 1/6 часть суши на земном шаре. Так вот, Ксаверий Ксаверьевич Ратник от первой до последней линии собственными своими руками расчертил и рассчитал этот крейсер, крейсер «Аврора». А до этого, будучи тогда руководителем Балтийского завода в Санкт-Петербурге, а до этого 6 лет он проработал в Николаеве, талантливейший конструктор, талантливейший инженер, кораблестроитель. Под его руководством было построено корабль 12 апостолов, который спускался, был спущен на воду в день столетия нашего города, и он там присутствовал, естественно, и 12 и 3 святителя. Вот такие крупные корабли. Он был, конечно, обласкан властью. И что интересно тоже, наш знаменитый корабель, который принимал участие, он написал книжку «На орле в Цусиме». Ратник тоже подставил ему в свое время не ногу, как говорится, а плечо, когда царское правительство проиграло войну Японии в русско-японской войне и пытались объявить всех конструкторов строительства кораблей в том, что они допустили ошибку, что слаб наш флот, и пришлось тогда Ратников защищать не только себя, но и защищать своих коллег, которые, офицеров, которые служили на корабле, и доказывать в морском ведомстве, в морском министерстве, что это не так. А поражение было из-за того, что были просто бездарные флотоводцы. Особенно после того, когда погиб наш земляк Степан Осипович Макаров. Да, такие интересные имена, которые мы открываем для себя. И, Евгений Григорьевич, но мы же очень многого не знаем и о своих современниках, о тех людях, которые сегодня живут рядом с нами, которые, как я уже сказала в книге, и дела давно прошедших дней, которые происходили в городе там десятки, сотни лет тому назад, и имена современные. Я знаю, что и во время презентации книги вы тоже уделили особенное внимание владыке, митрополиту Петериму. И это особая страница. Особая страница, и я хотел бы сказать, так и не принято, потому что он монах, и прославлять их при жизни, ну, как-то оно не принято, и они даже уходят, безусловно, от этого. А так как он скромный человек, нам пришлось нелегко, а мы хотели рассказать об этом человеке, и нам было, потом захватило, когда мы занимались подборкой материалов о нем, что тоже было не так-то легко это все сделать. Получилось, что нам повезло, что нашу вот епархию возглавляет такой выдающийся человек. Просто выдающийся. Вот, он высокообразованный, культурный, владеющий несколькими языками. Кандидат богословских наук. Нам повезло, что мы вот вместе с сыном в августе текущего года посетили с ним святую землю Афон. Мы видели воочию, как он правил службы в трех монастырях, в том числе и в Афонской лавре. Какое отношение там священнослужителей к нему? Нас просто тогда охватывала гордость, что у нас есть такой человек. А мало ли кто знает, что он был в свое время настоятелем Киево-Печерской лавры, что он работал и в Святогорской лавре. Ну, человек, оставивший о себе очень заметный след. И мы подумали, почему
пройдя такие высокие ступени в иерархии церковной, он вдруг оказался в нашей области. И мы пришли, сделали такой вывод, что тогда вот это, этот атеизм, борьба с верующими, оно здесь оставило на нашей земле, как ни странно, выжженную землю. И никто другой, наверное, понимали, те, кто стоит на вершине нашей православной церкви, кроме Пяти Рима, здесь бы не смог сдвинуть дело с мертвой точки. Потому что здесь было все, еще раз хотел бы повторить, разрушено до нуля. И вот он начал здесь практически с чистого листа. И представляете, уже больше 20 лет он здесь трудится на ниве православия, сколько восстановлено храмов, сколько сделано у нас добрых дел. И все это благодаря неустанному труду этого человека. Порой удивляешься, как уже действительно немолодые годы, а какой, сколько у него энергии, сколько силы, удивляешься, наверное, действительно там силы Всевышнего его как-то посылает. Ну, по-своему ему, оберегает. Оберегает и посылает ему вот эту энергию, потому что для того, чтобы он служил для нас, служил для людей. Знаете, я сейчас подумала о том, что, наверное, подвижничество, ну вот в данном случае духовное, но и в любом его проявлении, это, пожалуй, черта каждого из героев вашей книги. Да. Может, так оно нас и выводит, благодаря неведомым силам на вот этих всех людей, и вы правы, так оно и показывает, что это люди действительно, они заслуживают, чтобы о них писали, они заслуживают, чтобы они знали. Здесь мы написали очерк о забытом нашем, я считаю, тоже уже земляке, потому что он 44-го года, несмотря на то, что он уроженец Полтавской области, но с 44-го года он прожил до 1999 года и проработал. Это Кирилл Федорович Стронский, герой Советского Союза, который вместе с нашей землячкой Галиной Константиновной Петровой сражался, был в составе интеллигентского десанта, высадился при освобождении Крымской земли. Галина, к сожалению, Константиновна Петрова погибла. И здесь тоже интересная такая ситуация. При жизни Устронского, к сожалению, так практически никто не спрашивал. Расскажите про Галину Петрову. Все о ней пишут, да? Масса, я посмотрел, масса книг, статей пишут все о Галине Петровой. И, к сожалению, я думаю, что мы вот сейчас последние, единственные, кто поставили точку и, в конце концов, указали дату ее гибели. Благодаря тому, что вот мы начали работать над материалом о герое Советского Союза Константина Федоровича Стронского. Потому что в двухтомнике о героях Советского Союза указывается одна дата. Книги наших тоже краеведов уже 24 ноября. Одни пишут 8 декабря. А фактически она по всем источникам, те, кто практически был рядом, авиабомба попала в тот блиндаж, в котором она лежала, раненая в ноги, она погибла 5 декабря. Нам надо, конечно, это все помнить, потому что много мы боремся постоянно для того, чтобы восстанавливать историческую правду. Так вот, создатели нашего тоже словаря Николаевцы, вот это Ксаверия Ксаверевича Рантинга, на 13 лет раньше похоронили, чем он умер. Написано везде в 11 году, а он умер в 1924. Мы созванивались, хотим сейчас вот поехать, станция Боровая, это Киевская область, где похоронен Ксаверий Ксаверевич Ратник. Мы поэтому приводим и книгу здесь, фотографии его могилы, которые в последнее время сейчас привели в надлежащее состояние. Не могу не сказать об интересном такой материале, который мы подготовили. Старшее поколение, наверное, помнит Владимира Андреевича Драгомирова. Это был тоже уникальнейший случай. Прокурор, который 4 конституционных срока пробыл прокурором города Николаева. Это единственный случай был в той большой стране. Такого не было. Вот он с 1965 по 1985 год был прокурором города Николаева. Его можно было встретить в студенческих аудиториях, в цехах заводов,
на встречи со служащими, с преподавателями вузов и своей вот этой активной деятельностью по, будем так говорить, прям понятным языком, по профилактике правонарушений, он спас сотни человеческих жизней, руководителей, от того, чтобы не сесть за неблаговидные дела на скамью подсудимых. У нас сегодня одна минута осталась нашей встречи, но, Евгений Григорьевич, я думаю, что нужно еще буквально два слова сказать о тех, кто помогает вам делать вот такие книги. Ну, в данном случае я имею в виду издателя, безусловно, потому что... Я вначале говорил, как Павел Николаевич говорил, что будет и вторая. Я, конечно, благодарен и Павлу Николаевичу Шамраю, и Геннадию Георгиевичу Гимбержевскому, и Пономаревой Наталье Ивановне, корректору, и другим людям, которые, безусловно, и благодаря их труду появился вот такой прекрасный продукт, такая прекрасная книга. Книга уже находится в библиотеках города Николаева и районных библиотеках, поэтому я думаю, что все желающие, они смогут ознакомиться с этой книгой. И, пользуясь случаем, я хотел бы вам вручить книгу, как неоднократно ведете передачи о новинках книг, которые появляются совместно в нашей работе вместе с своим сыном. Вручить вам эту прекрасную книгу с уважением, в дар от автора. И всех телезрителей, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с наступающими новогодними праздниками, пожелать здоровья, добра и новых книг в новом году. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч і приєднуюся до Павла Шамрая. Можливо, це не крапка. Спасибо. Дякую вам. Дякую вам, що ви були разом з нами. Відкривайте для себе наших героїв, відкривайте для себе нашу літературу і любіть свій край. Хай щастить в ефірі. Побачимось.